Нарисуем на шопере кристалл, используя краску металлики деколор. Ограничиваем форму кристалла бумажным скотчем и делаем подложку белой краски. После высыхания краски скотчем намечаем первую, самую светлую грань нашего кристалла. Губкой наносим краску белое серебро и розовое золото, делая между ними плавный переход. Просушиваем и снимаем скотч. Ограничиваем скотчем противоположную грань, самую темную. Наносим основной цвет – розовое золото. Для притенения берем фиолетовый металлик и сталь. С одного края сделаем яркий рефлекс цветом морская волна. Ограничиваем центральную часть кристалла. Она будет немного темнее, чем самая первая светлая грань. Делаем плавный переход, используя белое серебро, розовое золото и фиолетовый. Затем делаем боковые грани. Они одинаковые по тону, темнее центра, но светлее относительно самой темной грани. Используем розовое золото, медное серебро и фиолетовый. Между гранями можно смело оставлять зазор белого цвета, как блик на стыке плоскостей. Заклеиваем кристалл, создаем брызги вокруг, мелкие с помощью зубной щетки и длинные, ударяя кистью о кисть. Вышел вот такой классный кристалл с металлическими переливами. А на второй стороне шопера точно такой же, но золотой. Пишите, какой нравится больше, и творите с удовольствием.